не берешь? У меня сейчас важная встреча. А, офигеть, это у тебя офис такой, чума! Я пятнарик отсидел от звонка до звонка. Я таким же, как вы был. Рано на себе крест ставить, пацаны. Ой, вы уж простите за грубость. Погнали на бранч, сучки. Уже бежим. Что стало с Бруклином? Бруклин! Трейси Морган вернулся. Район изменился. Любимая женщина со снежком сосется. А я стал отцом. Даже не знаю, с чего начать. Как и все, начнем с самого главного. Я теперь живу в общаге. Давай койками меняться, я еще жить хочу. Давай, вали, 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 вали! Спасибо всем, что пришли. Вот так взял и заявился, как ни в чем не бывало. Это и мои дети. Сначала стань человеком. Продюсеры Джордан Пил и Трейси Морган. Я вижу, что я упустил, что потерял. Я человек-невидимка. Нет? Тиффани Хэддиш и Седрик Развлекатель. На этот раз я не облажаюсь. Давай без грязных намеков. Она меня не судите, заломить хочет. Не забывай про возможность рецидива. Чего? Рецидива. Рецидива, я так и сказал. Я своих детей обожаю, они для меня все. Я ради вас живу, я ради вас дышу. Задолбал уже. Я счастлив за тебя. Спасибо. Второй шанс — клевая штука, правда? Простите. Ну, грабли убрал, пока я тебе яйца с корнем не выдрала. Не уделите минутку на спасение ледников. Ой, мокалатте без кофеина, без пены, плюс шот эспрессо разделить на 2 стакана. Последний настоящий гангстер. 3 апреля.